У колоні больше як 9 тысяч сапраўдных патриотов Беларуси. Это представники улады, працоўных коллективов, громадских организаций, ветераны и молодь. Маршрут от площади Повстання до площади Ленина. Беларусь – это сильная и независимая страна, особенный, гордый людей с обостренным чувством справедливости. Нас всех связывает любовь к своей родине, забота о ее укреплении и процветании. У нас есть все, чтобы уверенно двигаться вперед. Высокоразвитая экономика, умные головы, трудолюбивые руки. Пусть каждый день приносит нам новые достижения и добрые дела. Пусть семьи дарит согласие и достаток. Звучат голоса детей и внуков. Счастье, здоровье и благополучие вам, дорогие друзья. С праздником, с Днем Независимости. Сергей! Марк! Урочистое шествие стало початком святочных мероприемств, которые проходят во всех районах в области города Гомеля. Насыщенная программа завершится традиционной акцией «Проспеваем гимн разом» и «Маляўничим фейерверком».